воздушной гавани Волгограда всегда рады гостям, но сегодня особенный случай. Согласно сценарию учений, здесь приземлился самолет с больным холерой. Этот вирусоопасный борт встречали по особому сценарию. Вокруг проблемного рейса за считанные минуты выросло оцепление. Первыми в зону отчуждения, как и положено, зашли санитарные врачи в специальных защитных костюмах, чтобы по всем правилам эвакуировать условно больного. Первоочередная задача в этих учениях – это локализация инфекционного очага и его ликвидация. То есть, чтобы все службы, которые участвуют в государственном контроле в пункте пропуска, провели своевременно все мероприятия, слаженно, без боев. Салон и даже трап самолета были обработаны специальными дезинфицирующими составами, а пассажиры ознакомлены с правилами поведения во внештатной ситуации. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до следующих разъяснений. Просьба не вставать, оставаться на своих местах. Хорошо? До моих указаний. Однако санитарные мероприятия – это лишь полдела. Ведь помимо угрозы распространения вируса, есть вероятность того, что заболевание было инсценировано специально. Например, контрабандистами, чтобы в упрощенном режиме пройти досмотр. Однако послаблений даже в этой, прямо скажем, экстремальной ситуации никаких. Таможенный и пограничный контроль были организованы прямо в зоне отчуждения. В свете расширения географии международных рейсов и налаживания воздушного сообщения между Волгоградом и азиатскими, а также африканскими странами, где ежегодно от вирусных заболеваний умирает более 100 тысяч человек, актуальность таких учений резко возрастает. К слову, эвакуационные мероприятия проходили в режиме реального времени и завершились в положенные 90 минут. Условно больной был доставлен в инфекционный изолятор, а пассажиры благополучно разъехались по домам. Виталий Кошелев, Александр Шижин, телекомпания «Ахтуба».